Большая Балашиха Лайф. Новости. В Подмосковье продолжается капитальный ремонт домов. И за тем, чтобы все было сделано, на СОИ следит специальная комиссия ЖКХ. Какие недочеты они выявили при ремонте кровли? Давайте узнаем. Это чердак дома номер 20А на улице Новой, микрорайоном Железнодорожный. Новые балки из древесины, новые водостоки и трубы. Все вроде бы хорошо и красиво. Но тут бац и просвет в крыше. Вот сейчас после проверки сразу же людей ставите и поправляете вот эту проблему. Я понял. Все. По словам подрядчиков, сейчас ремонт завершен только процентов на 90. Поэтому остаются мелкие недочеты, но их обещают исправить в ближайшие 2-3 дня. Вы когда обрабатываете, нужно добавить немножко колера розового. Ну, вот для свежести. Понятно, мы знаем, что вы обрабатывали, но когда смотришь уже на обработанный с колером, вид совершенно другой. То же самое. Кроме качества, еще должна быть какая-то эстетика. Ну. Со всеми советами главного эксперта по капремонту подрядчики согласились и обещали доделать в кратчайшие сроки. В целом, принятым объектом комиссия осталась довольна. Старое кровельное ограждение полностью заменили на новое, а вместо шифера теперь толстые металлические пластины. Напомним, что в план капитального ремонта Балашихи вошло несколько десятков домов. Ведутся работы по замене кровли, ремонту фасадов, замене лифтов и внутренних инженерных сетей. Мария Кускова, Виктор Демин и Валерий Сахнов. Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.